Здравствуйте! В этом ролике вашему вниманию будет представлена IP-камера Hikvision DS2CD832FE. Это камера с режимом день-ночь, оборудованная CMOS-матрицей разрешением 0,3 Мп и исполненная в металлическом боксе. В комплекте с камерой идет пользовательский мануал, диск с программным обеспечением и адаптер питания. Для того, чтобы подготовить камеру к работе, необходимо снять крышку и установить объектив. На задней панели у камеры располагаются следующие входы и выходы. Разъем для питания 12 вольт, разъем для SD-карты, аналоговый видеовыход, аудиовыход и аудиовход, тревожные входы и выходы и выходы RS-485. Также здесь находится индикатор питания. Теперь давайте подключим камеру и посмотрим на ее веб-интерфейс. Здесь мы в первую очередь направимся в настройки видео. Для этого перейдем в графу конфигурации, конфигурации канала. В данных настройках нам доступен выбор канала и выбор его имени. При необходимости мы можем установить запись по расписанию, установив при этом время записи до события и время записи после события. Также нам доступна настройка детекции движения, где мы сможем выбрать область детекции и чувствительность. Мы можем настроить положение на изображении имени канала. Также можем настроить положение на изображении даты и времени. Также мы можем выбрать форму даты и времени. Ниже мы можем выбрать необходимый нам поток, установить его качество от высочайшего до худшего качества, установить разрешение. В этой камере нам доступны следующие разрешения: SIF, DSIF, QSIF, 4SIF и 2SIF. Можем выбирать тип кадра, тип битрейта, частоту кадра в секунду, тип потока и выбирать и устанавливать максимальный битрейт, максимальное значение которого будет 8 мегабит в секунду. Также при необходимости мы можем добавить на изображение нужный нам текст. Для этого указываем необходимую позицию на экране и вводим текст. После сохранения текст появится на экране. Также здесь присутствуют некоторые настройки сети, настройки тревожных входов-выходов и управление пользователями. Теперь перейдем на страницу воспроизведения. Здесь, помимо того, что мы можем просматривать видео в реальном времени, мы при желании можем делать снапшоты, включать и выключать запись вручную, регулировать яркость изображения, регулировать контрастность изображения, насыщенность и тон. Здравствуйте, сейчас вы видите пример дневного видео, сделанного при помощи камеры DS2CD832FE. Видео сделано при разрешении 640 на 480 и скорости записи 25 кадров в секунду. Пример ночного видео, сделанного при тех же параметрах.